Точный список украинских заключенных, находящихся в Крыму, до сих пор не составлен. По словам уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской, она получает десятки обращений от родственников украинских заключенных, отправленных в российские тюрьмы. 2 июня представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва готова обсудить с Киевом передачу украинских заключенных, отбывающих наказание в Крыму. Омбудсмен уверяет, украинская сторона обеспокоена возвращением своих граждан на родину, но сколько их и где они отбывают наказание, неизвестно. До сих пор украинская пенитенциарная система не составила реестр заключенных. То есть мы не знаем, сколько человек осталось на территории Крыма, которые были осуждены в соответствии с украинскими, законами, в соответствии с решениями украинских судов. То есть даже нет точной цифры? Есть приблизительная цифра, что это где-то около 2000 человек, но никто не знает, сколько это конкретно, никто не знает, в каких конкретно учреждениях они находились. Все практически заключенные по умолчанию автоматически приобрели гражданство Российской Федерации. И теперь Российская Федерация их просто рассылает в свои учреждения исполнения наказаний, которые находятся не в Крыму, которые находятся в Коме, в Сыктывкаре, в разных других местах. Мы получаем информацию об этом от родственников, которые просят помочь и просят забрать украинцев оттуда. Ну вот, кстати, в конце мая... Эксперт регионального центра по правам человека Хельсинского союза, адвокат Роман Мартыновский, говорил, что вообще, ну, по его информации, подтвержденной, 2200 крымских заключенных были перемещены из Крыма вот в другие регионы материковой России. Насколько эта цифра может быть, ну, близка к действительности? У меня значительно меньшая цифра в работе, потому что ко мне обращаются родственники, и я, соответственно, реагирую именно на эту информацию. У меня таких где-то около 20 человек, которые обратились ко мне и рассказали о такой своей проблеме.